Челябинск продолжает задавать тренды в российском баскетболе. На этот раз столица Южного Урала стала хозяйкой первых соревнований по баскетбольному двоеборью. Местом спортивных баталий стал концертный зал «Таганай». Российская федерация баскетбола предложила нам провести этот турнир. Мы охотно согласились, и с выбором площадки у нас даже не было вопросов. Мне кажется, все проходит очень круто, достаточно динамично. Народ все идет и идет и идет. И поэтому мы хотели такой небольшой подарок жителям Челябинска сделать. Матч двоеборья состоит из двух этапов. Интерактивного, где спортсмены рубятся на джойстиках приставку, и функционального, когда они показывают мастерство уже на реальном баскетбольном корте. Наш город представляла трио из Челбаскета. Павел Кольцов, Даниил Кочергин и Наум Чехлань. В дебютном турнире южноуральцам не удалось пробиться в финал четырех. Первые эмоции какие-то смазанные, пока невозможно определить, выделить что-то, но для меня вообще этот опыт был крутой, мне очень понравилось. Нет времени на то, чтобы отдохнуть, нет времени на долгое принятие решений, нужно действовать здесь и сейчас. В финале встречались Парма Кибер из Перми и столичная команда БК «Московский». На кону было не только звание чемпионов-первопроходцев, но и путевка на спортивные игры стран БРИКС в Казани. В итоге трофеи и 300 тысяч призовых улетели в Москву. Цели всегда ставим максимальные, чтобы выиграть. Опять же, повезло с составом. У нас были игроки, которые уже получали опыт на международных соревнованиях. И это очень хорошо сказалось на игре в целом. Украшением турнира стало выступление челябинской рэп-группы «Риа Грутрика». Организаторами Кубка России по баскетбольному двоеборью выступили Российская федерация баскетбола и Федерация баскетбола Челябинской области. Соревнования прошли при содействии Фонда поддержки спорта. Василий Ермоленко, Максим Курочкин, 31 канал.